сегодня будет необычная история. Вы можете повернуться все сюда. Смотрите, что я принес сюда, в церковь. Что это такое? Что это такое? Фасоль. Фасоль. Это такие зернышки, да, которые что можно с ними сделать? Можно посадить, да, в землю. И что с ними будет? Вырастет. Что вырастет? Фасоль вырастет, да? Хорошо. А что еще можно с ними сделать? Можно сварить суп. Да? И борщ. И борщ с фасолью можно сделать. Вот. И паштет можно сделать, да? Много чего можно сделать с фасоли, да? Салат. Салат. Тоже в салат добавляет фасоль. Хорошо. Но я сегодня принес фасоль не для того, чтобы мы ее сеяли или ели. Я принес вам фасоль, чтобы просто какой-то урок вам преподать, да? Поиграть немножко с вами, хорошо. Но в этой игре будет урок для нас от Бога. Хорошо, смотрите. Видите, здесь банка с фасолью. Видите, да? А здесь, видите, точно такая же банка с двумя теннисными шариками. Как вы думаете, если вот эту вот фасоль, полная банка фасоли, крупным планом снимайте, значит, если пересыпать ее в другую банку с этими шариками, как вы думаете, поместится или нет? Нет, не поместится, потому что, видите, шарики там уже есть. Вот они уже заняли место, и поэтому все не поместится. И они рассыпятся. Да, и рассыпятся, да. Ну, давайте мы попробуем. Вот я насыпал сюда фасоль, видите, насыпал. Сначала фасоль насыпал в банку. Полная банка фасоли. Вот, а если сначала засыпать шарики, а потом засыпать фасоль. Ну, давайте попробуем. Поможете мне, да? Ничего не рассыпалось? Нет, нет. Точно? Ничего не рассыпалось? Нет, нет. Все рассыпается. Что только можно оставить? Рассыпается. Рассыпается. Чуть-чуть. А ну. Пробуем. Поместилось? Да. Да. Чудо. Засыпает. Чудо, потому поместилось. Что, потому что еще наверху, а крышка не закроется. Крышка не закроется, правильно. Но поместилось, правда? Угу. Вот смотрите. Вот эти два шарика – это чтение Библии и молитва. А теперь наверное. А если мы всякие дела, вот эта фасоль – это всякие дела, которые мы делаем каждый день, да? Мы много дел делаем каждый день, правда? А взрослые еще больше дел делают. И если сначала наполнить наш день только делами, то для Библии, для молитвы, для Бога времени что? Нету. Не останется места, да? А если сначала выделить место для Бога, а потом все остальные дела, если немножко утрамбовать, то все поместится. Вы понимаете? В чем урок? Что скажите. Нужно сначала в Боге, чтобы все успеть, а потом свои дела. Может собрание сказать аминь? Аминь. Аминь. То вы поняли, что с самого утра нужно делать? Выделить время для Господа, да? И потом все у нас получится, да? А если не выделить время, то не поместится самое главное, Господь не поместится в нашей жизни, да? Ну, а потом мы не поместимся в Его Царстве. Поэтому Господь хочет, чтобы мы были в Его Царстве. Давайте поместим Бога в нашу жизнь, чтобы Он поместил нас в Своё Царство, хорошо? Хорошо?